днем особенным, с одной стороны, это праздник, воспоминание кончины того, кто был самым великим из рожденных женами, то есть самым приближенным к Богу человеком из рожденных на этом свете. Трясся Богом. Иногда в запале каких-то полемических страстей люди осеняют себя крестным знаменем, тем самым желая подтвердить, что они говорят правду, или даже клянутся Богом. Вот это все является нарушением божественной заповеди, и, как мы видим с сегодняшнего примера, доказывается Господом. Пусть молитвами святых и пророков, предтечи и святителя Господня Иоанна, Господь хранит наш народ от злоупотребления винопития, от всяких безумных клятв и безумных поступков, которые чаще всего оборачиваются не только горем в этой жизни, но и погибелью бессмертной души. Молитвами святых и пророков, предтечи и святителя Иоанна, да сохранит нас Господь для жизни вечной. Аминь.